Даже вот такой бренд тут присутствует. Приемно. А вот и бусик этот, который возит туристов. Только что опять мимо меня проехал. А я кое-как успел достать телефон. Вот обошел такой какой-то будинок с обратной стороны, и чего только не увидишь в Мариборе, Словения. Поглядите, полюбуйтесь, какой раритет. Морган. Что за Морган? Надо будет гуглить на славянском номере. Пригоже, пригоже. Я бы на таком катанулся. Причем в январе кабриолетик стоит припаркованный. 7 января. Ну вот еще такой немножко современной части Марибора. Там дальше мост уже через реку опять. С велодорожками, кстати, тоже тут все в порядке.
Тут бы нам на колесике, кстати, было бы неплохо просекать. Тут такое немножко современное пространство и цепкая плитка. Хорошая. Гладкая, ровная везде. Ладно, пройдемся, посмотрим еще вот эту модерновую часть. Вот стоим на центре. Туда вот так, в сторону реки. Та в сторону старого города. Туда тоже. В сторону костела. Вот в сторону выезда на хайвей. Там парковка, где стоит машина. В общем, ну такое какое-то пространство здесь сделали, довольно обширное. И типа как не чувствуется совсем, что ты в старом городе. Как будто все модерновое. Даже с какими-то вот такими подвешенными квадратами. Скорее всего, это освещение, конечно, там, наверное, лампы. Но надо вечером это смотреть. Возможно, найду потом фотки, это все глянуть, убедиться, светится ли это, или реально ли там. Хотя, сейчас могу зазумить. Зазумил, сфоткал, не рассмотрел все равно, не уверен. Есть ли там встроенные фонари, чтобы это светило что-то. Если нет, то это просто тогда получается, типа, декор. Над головой. И там какой-то, кстати, наверху вот это вот, или это бизнес-центр, или это торговый. Наверху там, по-моему, типа как ресторанчика. Наверное, типа как The View. The View of Maribor. Сколько этажей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ну, с 13 примерно высоты. Ну и фонтан. Калиласка. С фигурами. В общем, можно сказать, уже иду назад, уезжать из этого городка. Буквально пару часов здесь потусовался. Можно сказать, что довольно благоприятное впечатление от всего увиденного. Хороший городок. Если кто хочет для себя рассматривать Словению в качестве destination на relocate и не хочет ехать в столицу, в Любляну, то вполне можно рассмотреть маленький городок, небольшой городок Марибор. Я не помню, сколько он там, до 100 тысяч или немного более, больше, чем 100 тысяч. Ну, можно рассматривать его в качестве жизни, вот если, например, с небольшими детьми, с семьей, чтобы здесь было погулять, на реку сходить, вот это все нормально. Горы недалеко, все, что нужно для полного счастья.